Друзья, добрый день! Вы на кулинарном канале Натальи Горбачевой. Сегодня я буду готовить рулет с нежнейшим бисквитом, мягким, легким и воздушным кремом. Рулет получается фантастически вкусным. Приготовьте и убедитесь в этом сами. И, возможно, вам захочется приготовить его в качестве десерта на Новый год. В бисквит для рулета добавляется морковь. Ее можно потереть на мелкой терке или измельчить в каком-то гаджете. Можно пропустить через мясорубку. Для теста я взбиваю яйца с сахаром до хорошей пышной пены, минут 5-10, это зависит от мощности вашего миксера. Добавляю растительное масло, измельченную морковь, аккуратно перемешиваю, просеиваю муку, присоединяю соль и соду. И с помощью лопаточки круговыми движениями еще раз аккуратно перемешиваю, чтобы пена не опала. Готовое тесто выкладываю на застеленный пергаментом противень. Пергамент у меня не силиконизированный, поэтому я его предварительно смазала растительным маслом. Тесто выравниваю, чтобы бисквит получился ровным. И отправляю в прогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Время может зависеть от духовки. Еще горячий корж сворачиваю вместе с бумагой в рулет и даю полностью остыть. Затем готовлю крем. Взбиваю 33% сливки до мягких пиков. Затем присоединяю сахарную пудру и маскарпоне. Еще раз взбиваю. Крем получается пышным и воздушным. Остывший рулет я аккуратно разворачиваю, снимаю пергамент и равномерно по всей поверхности наношу крем. Оставляю немного места с краю, с той стороны, куда буду закручивать рулет. Аккуратно сворачиваю. Перекладываю на тарелку. Рулет можно украсить по вашему вкусу. Я присыпаю сахарной пудрой. Осталось обрезать рулет по краям и подать к столу. Если готовить рулет к празднику, то его можно сделать заранее, за 2 дня до застолья. Например, вечером приготовить бисквит и крем. На следующий день рулет промазать кремом. Тогда он успеет хорошо пропитаться и будет еще вкуснее. И на третий день подать его к столу. Приятного вам аппетита и до встречи в следующих видео.